Здравствуйте, дорогие друзья, с вами как всегда Айс, мы продолжаем прохождение Айзека. К сожалению, в 30 FPS у нас это сделать не получится. О, 60, простите. И серия будет в 30 FPS, и, кстати, я вроде посмотрел, ломал глаза от 30 FPS, так что... Ну, конечно, кому как, но сорян. И врубил все, что вы просили врубить, ну, на всякий случай врубил вообще все, чтобы ничего не пропустить. Как бы так. Поехали. За рандомчик поиграем. Сейчас какой-нибудь... Я не буду за него играть. Ладно, я слишком слаб, чтобы играть за рандом. Я это признаю. Давайте за Айзека или... Давайте за Иуду поиграем. Мало жизни, конечно, но... Хороший урон. Причем, наверное, то, что мало жизни, для меня как раз сейчас достаточно плохо. Потому что у нас опять достаточно большая была, к сожалению, или к счастью, пауза перед прошлыми записанными сериями, практически всеми, и нынешней серии. Как вы уже, наверное, это поняли. Того, что не было поставлен худ и так далее, который слева нам отображает все, что нужно и все, что не нужно. Достаточно информативно, кстати, естественно. Вот, насчет 60 FPS, действительно, суряныч, но как и раньше, как только начинается замес с большим количеством пыль, слез, берем, естественно. Хотя зачем, блин, это... ну короче, я перепутал. Как всегда, простите, извините, я дурак. Хотя почему дурак? Ну я взял и взял, какая разница. Рейндж повысил, блин, скорость себе убрал. А я обожаю скорость, поэтому я дурак. Я перепутал с... другим знаком зодиака, естественно. Но я это часто делал и раньше, когда играл часто. А теперь ты это делал, блин, тем более часто. Поэтому, как бы, ну... Пусть бегает. Тем более, опять же, все прохождения мои были связаны только с тем, что мы играли на стриме, и мы подсказывали. Ну, а потом по накатанной, когда я какую-то имбу пооткрывал, иногда получалось проходить почти без подсказок. Эх, телефон не взять, или очки, что там, на самом деле. Ой, неприятный типок. Гранат. Который, естественно, сам под эти гранаты не попадает. Да, что он, блин, гранатомёт. Гранатомётчик, блин. Гранатомётчик. Залётчик он, ё-моё. Ну вы поняли все. Pretty fly. Так вот, из-за того, что тут гранатомётчик. В общем, что я хотел сказать. Давай сейчас я убью в этой комнате всех и расскажу. Переведу свой занзибарский на обычный русский. Я хотел сказать то, что так как этот, ну, назовем его мини-боссом, да, неуязвим к своим же гранатам, то пулять в него гранатами как бы не очень эффективно, его же слезами отталкивая гранатой, вот. Потому что он не получает от них урона. Вот, вот как это. Прикольно, персап, и два сердечка.
Ну, начало вот этого забега прямо умно радует. Правда, к сожалению, бочку, да, я не могу толкать. Бочки не могу толкать. Мы в первом забеге так глупо сдохли. Ну, как глупо, по-нубасянски, как всегда. Большая бомба взяла, долбанула, раз я ошибся. Знаете, я в чем ошибся? Я ошибся в том, что... Берем, конечно. Робот-детку. А эта робот-детка летает вот так вот. А, это другой робот-детка, ладно. Я ошибся, что взял в синей комнате, наверное, этот предмет, потому что если бы я его не взял, с большей долей вероятности мне бы хватило скорости, чтобы уклониться от этой бомбы. С большей долей, то есть не с большой долей вероятности, а с большей, чем была доля вероятности. Вот как-то так. Блин, ну прям хочется, конечно же, взять еще и капюшончик. Люблю его брать, как вы знаете, но нас на это, к сожалению, не хватит. Монеток. Ну, сложно управлять этим типом, короче. Надо управлять правой кнопкой мыши еще. Ой, кнопка. Ну вы поняли, короче. Эту кнопку мыши надо управлять. Правым стиком. Берем, конечно, все берем. Все хп-апы, которые у нас и возможны, мы берем. Что насчет зеркала, да? Зеркало и огонек. Нам говорили подумать об этом. Зачем нужен огонек и зачем нужно у зеркала? Попробуем тогда по этому пути, по более сложному, пройти с этим сердцем и огоньком, ой, то есть сердцем и огоньком, с зеркалом и огоньком что-нибудь решить. Я не помню, что Хермит делает. Кажется, куда-то телепортирует. Ага, в этот, в магазин. Магазин. А если, кажется, куда-то телепортирует, блин, какого хрена я, не найдя на этом уровне, например, еще ни одной шипастой комнаты, сделал телепортацию заранее, хотя я, в принципе, помнил, что он куда-то телепортирует. Только были бы шипастые комнаты, да, которые можно было бы таким образом абьюзить. Блин, ну вот эту штуку за 15 покупать, наверное. Поэтому пока что у нет. Я деньги тратить не собираюсь. Сдавать кровь тоже пока не собираюсь. Пригодится. Я не помню. Я хочу взять штуку какую-то. Что она дала, кстати? Ничего. Она иногда оставляет за собой эти бомбы. Блин, я взял подгузник. Ё-моё, я идиот. Я вспомнил, что он делает. Только когда бомба появилась. Короче, это такая вещь, которая может и помогать, и может, блин, не помогать. В разных моментах. Надо следить за этим. Вот если эта вещь как-то коррелируется с сборкой, когда тебе не страшны взрывы, вот тогда это, конечно, круто. Но, с другой стороны, можно так на халявку секретки находить, поэтому чё бы и нет. Правда ведь? Ну... Усирайся, ё-моё. Он не хочет усраться.
Не хочет укакиваться наш, блин, маленький Айзик. Ну ладно, не Айзик, но я понял. Ладно. Что там с камнями, кстати говоря? Есть какие-нибудь подозрительные, которые нужно хапнуть? Блин, сложно управлять этим петом, но он прикольный. А еще хороший урон нашего персонажа. Твою ж заразу. Я не... Ну, вы поняли, что я. Я головка от телефона. Про бомбу я забыл. Ну как забыл? Ну вы поняли. Просрал я момент бомбы. Боялся получить урон от чего-то другого, поэтому я говорил, что это палка на двух концах, как всегда для меня, поэтому... Телепилюля. Идем дальше. Идем к боссу. На боссе, наверное, это вообще будет ужасная штука, да? По большому счету. Ёкперный, блин, матрёперный. Ну сложно, непривычно управлять мне этим петом. Ну как можно было получить такой урон, как последний? Долбак. Берем обе вещи. Естественно. Вот на зарядочку. Блин, где зарядочка? Вот она. Это мы взяли вот этот красненький круглюшок. Ну а вторая пилюлька, естественно, это хвость Гэппи. Поэтому, как бы, вы понимаете. Блин, эта вещь крутая, но бомбы теперь вот эти, да? Эти бомбы совсем не крутые, так скажем. Вот совсем, блин, не крутые. Хотя да, на халяву я взрываю это, но... Ну, за этим постоянно следить, а я же нубасян. Нубасяны, но они же не умеют за этим следить, вы же понимаете. На то они нубасяны. Блин, я не пойму, эта штука не камушек случайно ли? Зайдем, потому что есть как бы частичка Гэппи. А я Гэппи люблю. Уважаю и крайне ценю. Надо, блин, от всего, блин, от своих бомб уворачиваться, от врагов уворачиваться. Сложно, особенно такому нубасу, как я. Вы бы уже, наверное, эту как бы сборку не просрали. Я уверен на 99,9%. Вы прошли бы с этой сборки уже. В принципе, ничего больше не беря, мне кажется. Ну или беря, не знаю, там. Ну только что-нибудь там на урончик, естественно, да? Вот эти огоньки, что с ними надо сделать? Может, их нужно, блин, убиться об них, чтобы в зеркало попасть? Ну, типа, я не знаю.
Глуп, конечно, но мушурон получить надо реально. Надо. Ну, теоретически это возможно. Блин, я не помню, что это... Один, кстати, к этому, кстати, дал Элиси еще. Не помню, что за руна имеется в виду. Вот что, вот я про что. А зеркальце это нормально. Зеркальце это даже очень хорошо. Чуть не убился нахрен, а. Высером своим. Ну перди ты, ё-моё. Или пока прошлая бомба не взорвется, ты не пернешь, да? Не пердите, что, ребят. Что, блин, с этим зеркалом делать, непонятно, ни хрена. Возможно, наверное, все-таки вот это, полкни. Чтобы два... Или нет. Или да. Ладно, я ничего не буду говорить, что это дает, потому что я не уверен. Просто там вопросик какой-нибудь мог быть совсем хреновенький. Хотя, опять же, сказали, что статы предметов переделаны, сейчас более все. Балансненько. Сложнее собрать какую-то супер игру. Ну, сейчас нахрен сдохну, получается. Блин, что с зеркалом делать? Я не помню ни хрена. После босса вернулся просто в комнату зеркала. Коляночка мне писала, что с огоньками надо что-то посмотреть. Блин, зря я это сделал, да? Нельзя было зеркало взломать, или можно? Хер его знает, блин. Ну я тупой дурак, чего от меня, блин, хотите? Оба она. Теперь можно было пролететь бы в зеркало. Я понял. Блин, я в ласта превратился. Вернее, не в ласта, а в призрака типа. Ёперный я. Ты на его взрывал, скажите. Зачем, блин, я его взрывал? Тук-тук, кто-нибудь дома, да? Что-нибудь типа этого. Что за руна-то, блин? Надо на боссе, наверное, пробовать. Не факт, что на боссе ее надо именно пробовать. Раз.
Ну, короче, я понял, что надо делать, да? По крайней мере, наверное. Поэтому в будущих забегах мы это обязательно стараемся сделать. Все-таки интересно, что там и как. Что там, как и почему. Да ладно, ну... Ну, доберем, естественно. О, вот эту штучку я хочу здесь. Ручку. Я же люблю с ручкой бегать, бесполезно. Блин, как сложно реально уклоняться от того, от всего. У меня такой нубас. Как всегда, не было. Так что не обращайте внимания на это. Упердишь ты уже. Ах ты, сучий потрох. Здесь так и хочется иногда тпшнуться в какую-нибудь из комнат. В последний рогалик, который мы играли, это был монолит, который я так тоже ни хрена я не прошел. Может быть, когда-нибудь мы его возобновим. Давай после прохождения Айзека. Заманчивая идея, да? Надеюсь, лет через 20 мы все-таки пробьем. И пробьем, и пройдем. Шанс у нас хоть какие-то есть. Да ладно, сучий сундук подставной. За петом надо, блин. И за бомбами надо. Заряжать эту херню надо. Как все сложно. Очень сложно, очень. Я бы сказал, даже мега сложно. Где еще в комнату? Хотя бы я помнил, что дает таблетка Power Pill. Уже плюс. Ну как тайминг нахрен отрубить? Не мешает. А эти мини тут активкам, наверное, да? Но... Чуть было не убился. Какой же я нубас! Какой же я нубас! Эти поверпил надо было использовать на боссе, нахрен, а не выходя, заходя. Ну вы поняли. Ладно, что это за... А, ну я так и понял. Я молодец. Поздравьте меня, я гений. Я просто гений. Я просто молодец. Какой же, блин, всем молодцам молодец. Да, ну ладно. Зачем мы туда идем, там же... Там же просто будет Лилит, который открывает Лилит. Которая открыта, да? А я не помню, убивал ли я за Иуду и Лилит. Наверное, нет. Просто ачивку получить, типа. Ну, пошли. Если я правильно помню и понял, куда я сейчас попал.
Не зачем я это сделал? Казалось, что это что-то другое. Опять. Как же я... Слишком высокого о себе мнения лазить, типа. Знаете, надо, ну, как бы понимать, что ты никто из вас не так. Лазик играть ты никогда не умел, не умеешь и не будешь уметь. И тогда будет все хорошо. Чисто теоретически. Ну, глупости было надеяться, что в этом огоньке там будет синенькая, ну вы поняли, да? Красненькая, синенькая. Сердечко такое крутое. Надежда была слабая, и, короче, я тут еще лубас. Полнейший, блин, заходим сюда и... Вот я хочу взять все-таки вопросик, рискнуть. Мас больше. Ну, не гамно совсем. Наверное. Я так утешу чуть-чуть, потому что это совсем не то, что я хотел, но опять же, с другой стороны... Сейчас вроде по информации из очень приближенных источников к создателям игры. Баланс крайне крут. И прям говна какого-то стало меньше. Падает, поэтому нормальные люди стали проходить Айзека намного. Да блин! Намного стабильнее, наверное, именно от скилла больше, чем от удачи. А так как у меня скилла нету, была лишь одна удача, и все сложно. ТПА, это хорошо. Лететь, колотить, что это было вообще? Жопа какая-то, блин. С ручкой. Не понял, Double Item Vision, как это понять? А, вот так вот. Сука. Ну да, сложно же было подумать хотя бы 5 секунд и понять, ну то есть, попробовать перевести, что эта хрень дает. Что-то офигенная вещь дает, которую я взял просто и убил вместе с этой таблеткой. Ну, таблетка, ладно, я не знал, что это. А этот предмет я, во-первых, убрал, и нужно было просто постоять, подумать, прежде чем его, блин, юзать. Ладно. Это вроде дамаг дает. Да. И спитап еще. Че-то я потерял урон. Может, потому что я нубас? Тупорылый, блин. Ну вот опять, видите, засранное напрочь просто прохождение с хорошими... добротными статами, по крайней мере. Пускай, может, не супер-пупер имбовыми, но с очень классными, я бы так сказал, предметами. И оно просто опять запоранное в хлам. Я ничего не могу сказать. Вроде третий шприц. Мы там не получили мутацию от шприца, нет? Никакую. Или только второй. Первый был, да. Первый шприц был в другом забеге. Кажется. Мы получили супер скорость, которую я обычно очень сильно люблю. Обычно прям очень сильно люблю. Сука, что же я? Что же такой, блин, нубас, а?
Это больно смотреть просто, как я беру и уграбливаю забеги. Один за другим, за свои, блин, криволапости. Повезло! Видите, взял на обум, думаю, ну одно хп, похер, но что будет. Повезло, хп дали. Хп. Блин, я опять это... Да, эти бомбы, это была ошибка, подгузник брать. Что ж поделаешь, ошибся, значит ошибся. А у меня даже ключи нет, охренительно просто. У меня даже ключей нет. Для меня это была ошибка брать бомбы. Так это было бы хорошо, но для меня это была ошибка. По ходу дела очень большая. Хотя не так сильно я от бомб пострадал, там пару раз все успел. Ну классно. Спокойно, все хорошо. Не надо торопиться. Так. У меня нет слёза. Ещё идём на босс. Как бы, а чё терять, да? Не ори, что ты такая, блин, громкая это? Подруга. Взорвать надо, да, что-то? Ну, походу, мы уже убивали, блин. Luck up, pretty fly. Experimental pill. Experimental pill, блин, дальше идем нахрен. Каким-то чудом я добрался до следующего уровня. Мало мне, правда, чем поможет, мне кажется. Ну, как говорится, уладно. Нет! Мое. Нахрен сюда ТП. Что я ищу, блин, по большому счету? Ну, хп-апы какие-то, да? Больше-то мне сейчас оно не поможет. Как же, какая же у меня хорошая, блин, сбавка с этой штукой, с уроном. Какой же я на башке, блин. Просрал. Может, в магазине будет сердечко синее, хотя бы еще одно. Не будет, да? Не будет. Ладно. Что поделаешь. Нельзя к нам было хотя бы попасть, но нельзя. Я даже это заруинил, блин. Хотя было очевидно, как туда попасть практически всем. Когда сказали обратить внимание на костерок, они просто после убийства босса возвращаются назад. Ну, я не вижу камней, которых можно было взорвать, вот, вот честно вам скажу. Нахрен. Валим отсюда. Да ё-моё, вот она и всё. Вот она и давай, до свидания, сейчас будет.
Я, пожалуй, схожу за пламенка сердца все-таки. Какие-то надежды у меня еще остаются. Слабенькие. Ну, скорость отличная, как я люблю. Бомбы мне мешают. Которые я сам, в принципе, взял. Берем. А чем берем? Ну, потому что у меня будет сборочка с ножом. Круто. Так, это же круто, блин. Да. Мы сдохнем с ней. Типичный айс. Всем спасибо. Всем пока.